Бадя, это слегка тихо. Тихо! 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 Вадя, это полный пиздец. Вадя! Блядь, я ёлка! Вадя, ты понимаешь? Блядь, домой, нахуй! Ты гулять сегодня не идешь. Ёб твою мать. Так, всё. Мне жалко МЧС. Мне жалко ребят. Да кончай, ты путь. Ну ты сорал уже. Айда, мне страшно. Страшно, мать его. Мне весело, блядь. Дождик, я уже готов умолять. Дождик, иди отсюда. Дождик, ну, честно, 25 метров в секунду. Ну, а это не видно, что ли? 25 метров? Тут все 40. Блин. Ваня, честно? Я готов сейчас под одеяло залезть. А мне страшно, что там папа, надеюсь, домой-то зашел? Папа? Посмотри, что у тебя с ёлкой. А я тебе об этом и говорю. А ты посмотри на крышу, что у меня там с крышей. Да я снимал это все. Пожалуйста. Ой, это МЧС. Какой МЧС? А, нет. Мне казалось, это МЧС. Это обычная машина. Сваливает из города. Из какого города? Она домой, наверное, валит. Смотри, что у него там случилось. Надеюсь, ты кончился, да? Твою же мать, а. Че, молнии, давай вообще угорайте. Козлы. Не, ладно, я молчу. Извини, я ничего не говорил. Я беру все от своего. Охренеть просто. Посмотри вот на это. Твою Погоди, мать. Сюда. Твою мать. Здесь-то что? Мне вообще казалось, что это вообще сейчас... Мне тоже, Ваня, так казалось. В какую сторону мой дом расположен? Ну, уже не знаю. Ты посмотри, что у вас здесь. Че? Мне знаешь, что интересно? Мне знаешь, что интересно? Че у меня с крышей сейчас там? Там она у вас на что прибита? Ну, там вот такие вот листки железные. Лёха, я надеюсь, до моего дома этот циклон не дойдет? Надеюсь. Я вообще умоляю.